Всем здорово, ребята! Сегодня у нас на распаковке электронная сигарета. Ну, честно говоря, больше на кальянчик смахивает. Ну ладно, сигарета так сигарета. Итак, посылка уже открыта, сразу говорю. Тут у нас описывается, что СКУ С4 ЦБ Ганг 110 мАч. И с другой стороны написано: пластик фильтр, 100 грамм веса, 8 баксов оценили по ссылочку. Подсылочка уже я открыл. Здесь у нас сигарета электронная Эго. Далее посмотрим комплектность. В комплекте у нас начнем с мануала. Так, в мануале у нас написано e-сигарет. Supreme Electron Сигарет. Итак, тут у нас все по-английски. Написано 0,8 мл, как я понимаю, минимальная. И 1,6 максимальная. 1,6 мл это максимум. Если у нас такая, тут два вида идет. Одна до 2,5, вторая до 1,5 мл. Итак, разного цвета они у нас имеются. Я взял серебристую. И тут вот как заряжать. Но это я вам и так сейчас покажу. Так, идем дальше. Идем по комплектности. У нас имеется вот такая вот интересная зарядка, в которую вкручивается элемент питания. Далее имеется бутылка, как я понимаю, для заправки, чтобы переносить с собой. Так, это у нас получается колба до 1,6 мл. У нас, значит, получается она короткая. Защитный колпачок. Так, ну и вот сам нагреватель. Вот такой он. Сейчас покажу ближе. Эго Т. И вот такой вот здесь он. Взял я серебристый цвет. Ну, прикольно, металлик все-таки. Итак, и чехольчик у нас получается тоже в комплекте, удобно переносить. Так, ладно, пойдем дальше. Чтобы зарядить, так, я взял самую мощную, это 1100, да, получается, мАч. Для зарядочки просто снимаем наш бокс с маслом или что там, с курительной смесью, и закручиваем его вот такую вот зарядочку и подключаем к USB компьютера либо к USB розеточки. Индикатор нам даст знать, когда наша батареечка заряжена. Так, ну что еще сказать. Так, я уже пользовался ей, прикольнула меня такая штучка. Я не курю, конечно, но купил еще вот такой заправки себе. Арманго черника. Она получается без никотина полностью. Так что ничего страшного с нами не случится. Далее, вот получается, делится на две части наша электронная сигарета. Снимаем колпачок. Откручиваем верхний винтель. И наливаем туда нашу заправку. Заправку, кстати, покупал где-то за 150 рублей всего. Стоит копейки, так что можно побаловать себя. Так, как интуитивно понятно из нашей инструкции, что наша сигарета должна быть заправлена не более 1,6. Вся правда. Заправлена не более 1,6 и не менее 0,8 миллиграмма. То есть 0,8 у нас получается где-то середина. Но я курил и ниже 0,8, в принципе, ничего не сгорело, но он сильно нагревается. Если вы спалите
нагревательную спираль или что там идет, то все, вашей сигарете конец. Придется потратиться. Так, закручиваем насадку, закручиваем вверх. Ну, в принципе, все. Наша электронная сигарета готова к употреблению. Итак, вот так вот она выглядит. Весит немного. К сожалению, собранную ее будет не поносить в чехле. Но, в принципе, она разбирается, течь не должна. Не вытекает. Так что можно, в принципе, разбирать на две части и носить, куда вам удобно. Эту баночку, в принципе, можно не использовать, как я думаю. Если у нас идет уже заправочная вот такая, то какой смысл таскать еще прозрачную или переливать? Она хорошо закрывается, не вытекает. Итак, кстати, давайте еще пройдемся по... Так, как сказать... Пройдемся по составу нашей смеси, миксов, наших миксов. Итак, вот у нас указано 0 мг никотина, но хотя в составе он все равно написан. Так, вот состав. Ринпрингольд, растительный глицерин, вода дистиллированная, пищевой ароматизатор, никотин. Но все-таки никотин какую-то часть в себя впитал. Хранить в темном месте, черника, вот сайт www.armango.ru. Ну такая в районе 150 рублей. Поверьте, хватит ее надолго. Ну, тут я уже половину сфигачил. Я уже заправил, получается, три таких. Вот это третье. Третий раз заправил ее. Итак, вот так она выглядит. Как вы видите, просто нажимается. Чтобы активировать данную сигарету, надо нажать подряд 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Наша сигарета активируется. И, в принципе, можно использовать. Вдыхаем при нажатии, нажимаем и вдыхаем. То есть при нажатии разогревается спираль, нагревает нашу смесь, и мы ее вдыхаем. При выключении просто тоже нажимаете 5 раз, и она выключается. 1, 2, 3, 4, 5. И она вам показывает, что наш агрегат выключен. Вот такая незамысловатый обзор сегодня. Быстрый. Постарался быстро говорить, не задерживать. Ну еще забыл, кстати. Блять, а вначале сказал, нет. Короче, розыгрыш этой сигареты. Ребята, если вы хотите выиграть эту сигарету себе на халяву, нужно выполнить 3 условия. Добавить это видео к себе на стенку, добавиться, подписаться на этот канал и поставить последовательный номер под видео в комментариях обязательно. И ждать конца марта. В конце марта разыграем сигарету. Я вам отправлю ее, либо эту, либо с Китая прямо вам на адрес, как вам устроит. Все, всем пока, всем удачи. Лайк.